Всем привет! Салют, с вами интересный Фикус. Сегодня мы продолжим постройку нашего Фикусленда из скотча. Это будет геодом, это будет просто супер-пупер-мега-конструкция. Мега-мега-сложная. А вы прямо сейчас, не теряя времени, нажмите на кнопку подписаться. И будьте первыми знать о наших новых видео. Конечно, иметь уютный домик из скотча — это очень круто. Но отсутствие привычного отопления может немножко подпортить впечатление. Но жаркие морские сражения в World of Warships не дадут тебе замерзнуть даже в самый лютый мороз. Отличная графика, напряженные тактические бои и полностью достоверная модель военных кораблей, которые бомбят друг друга из огромных пушек. Ребята, мне даже не верится, что все это совершенно бесплатно. Кликайте по ссылке в описании, регистрируйтесь в игре и получите 2 миллиона подарочных кредитов и улетный крейсер Олбани. Сейчас на сайте смотрю инструкцию. Геодезический купол. Геодезический купол, да? Я около года хотел уже снять этот дом, но он все время нам казался очень сложным. Здесь у нас четкие просчеты. Но вы же, ребята, знаете, что мы справимся с любым заданием. И там у нас получаются отрезки двух размеров. Один размер вот красный получается помеченный, а второй размер синий. Давайте, ребята, вы поставите лайк в поддержку того, что у нас не получится шмяка-бяка, а получится реально полноценный такой дом-купол. Ребята, в этот раз все намного серьезнее, чем обычно, потому что если мы сделаем шипку хотя бы несколько миллиметров, наша конструкция может получиться кривой или не получиться вовсе. Вот наши отрезки, ребята, и готовы. Я вот ума не приложу, как из вот этого может появиться домик размером 3 метра в диаметре. 3,5 даже. 3,5, тем более. Ребята, мы узнали благодаря Википедии, что угол правильного пятиугольника 108 градусов. И у нас не было под рукой ничего, чтобы его вымерять. И Серега додумался открыть на телефоне транспортир, перерисовал этот угол на листик. Вот, и благодаря этому создал вот такую вот галочку. Вот, приложил вот так и скрутил. Да, а потом уже сложил вот такие галочки вместе. Ребят, смотрите, у нас какая штука получилась. Вот это уже реально видно, что ровно. Вершилось! Мы сделали эту штуковину. Посмотрите, насколько она эпично выглядит. Это как будто бы какой-то, не знаю, космический корабль, я не знаю. Полумяч, короче. Да, кстати, напоминает, абсолютно точно напоминает мяч, потому что вот эти пятиугольники, они тупо такой же формы, как на футбольном мяче. Нам осталось сделать еще дверь, которая будет в форме ромбика, для того, чтобы целостность конструкции не была нарушена. Вот такая, вообще, как в космическом корабле. И открываться она будет вот так. Для этого пришлось подстроиться под каждый угол. Заходите в наш космический корабль. Как будто бы в Ламборгини села. Уйма ассоциаций с этой конструкцией. Ну, например, какие-то архитекторские здания в Париже. Напоминает Юрковский мост. Напоминает футбольный мяч. Ну реально, пятиугольники, посмотрите, закрасить черный, белый. Получится половинка футбольного мяча. Но самое классное, то что эта конструкция состоит из многих кнопок ютубочки. Оно все из таких вот треугольничков. Получается, это YouTube Kingdom. Еще самое интересное, то что эта конструкция напоминает мне фильм «Под куполом». Если вы смотрели, напишите об этом в комментариях. И вышел ли новый сезон, потому что я уже давно не смотрел. И там тоже такой большой полупрозрачный купол был в этом городе. Там, короче, весь город накрыло. А сейчас, ребята, осталось только одно. Обклеить скотчем наши стены. Мы уже начали заклеивать разными цветами треугольнички. Это мне напомнило мамин десерт. У меня по праздникам, когда я был маленький, делала десерт, называется «Битое стекло». Там мармелад в сметане. А вы пробовали такой десерт? Если да, напишите в комментариях. Как вы смогли заметить, Фикусленд мы перевезли в наш гараж. Поэтому продолжение будет именно здесь. И в дальнейшем здесь будет еще много всяких крутых сооружений и построек. Если вы хотите их увидеть, то обязательно поставьте пальчик вверх. Поднялся вопрос, где использовать цветной скотч. Если ты знаешь, где использовать цветной скотч, напиши об этом в комментариях. Прикольно, да? Я пришел уже новый год.
смотри, кристаллы соли. Но. Она намокла, и образовались кристаллы поверх. Видишь, они так, елочки так, как снег. Мне кажется, они тут просто дольше лежат. Мы на уроке химии в школе тоже выращивали кристаллы. Мы делали кристаллы тоже из соли, из сахара. Просто берете, заливаете кипяток, насыпаете много соли, перемешиваете и ждите, пока оно будет испаряться. И натягиваете над баночкой нитку. И на нитке потом образуются кристаллы. Поставили буржуйки, и теперь идут нормальные, короче, ложения в дрова. Потому что надо чем-то штопить. И вот мы каждый день берем дрова, берем вот такие брикеты. И в общем получается за на день где-то 220-240 рублей. Вот, по 100 гривен где-то. Ну, я считаю, это тоже немного. Как же хорошо, что у нас есть этот гараж, потому что на улице такая погода, ну, далеко не идеальная, потому что идет дождь, на улице сыро, холодно. Ребят, давно мы не открывали коробки в интернет-магазине Runbox. Открою, наверное, коробку за 100 рублей. Если вы помните, в интернет-магазине Runbox можно выиграть кучу ценных призов. iPod, iPad, флешка. Так это крутая флешка. Я, наверное, продам за 400 рублей, потому что флешка у меня есть. Ну что, за 500? А зачем тебе вторые? Это же дешок! А если ты не рисковый, ты можешь эти товары приобрести в их магазине. Кстати, у них куча классных отзывов на сайте. А еще вы можете посмотреть обзоры на эти товары на их YouTube-канале. Если хочешь попытать удачу и рискнуть, ссылка будет в описании. Классно. Не, ну прикольная конструкция такая вышла, да? Ку-ку. Ребята, мы наконец-то закончили нашу юрту, или вигвам, или называйте как хотите, но это очень классно. Сейчас я вам покажу, что внутри и как, но я думаю, там вообще просто потрясающе. Наши космодвери. Как какой-то космический корабль, скажи. Земля в иллюминаторе. Опа! Ух ты! Земля в иллюминаторе. Прикольно, да? Класс, как в домике эскимоса. Трудно понять, где именно здесь дверь. Мы когда даже половины не сделали, не обклеили, я уже терялся, где здесь выход. Оп. Ребята, Серега ушел, я здесь остался один. И хочу вам сказать, что здесь такая атмосфера, которая успокаивает и расслабляет. Потому что я знаю, в Китае, в Японии очень много людей, очень много стрессов. Есть такие комнаты тишины. Абсолютно тихие комнаты, в которых изолируются люди и просто отдыхают. И вот в этом вот домике, в этой юрте реально хочется отдыхать. Иди здесь огонечек. Просвечивается наш домик, и видно, как в буржуйке горят дрова. И пришло время этот храм разноцветия и веселья обустроить. Что, ребят, у нас теперь есть в домике электричество. Видел когда-нибудь волшебную лампочку? Которая сама загорается? Ну, я тебе сейчас прикажу прикол, короче. Что в ней необычного? Сейчас покажу. Все внимание на лампочку. Как тебе такое? Смотри. Оп. Ха. Класс, да? По блютузу. Я теперь знаю, как эти шарлатаны работают с вот этими волшебными шарами. Они тоже вот такие лампочки покупают. Ну да. И такие... видите, как помутнел шар. На вас порча, на вас нужно выкатывать яйцами. Оп, красный, синий, зеленый. Я вижу, как это видео набирает миллионы просмотров. Тысячи лайков собираются за день. Вижу. Каждая фотография имеет свой номерок. Это скриншоты из наших видео. Если вы угадаете все фотографии, из каких видео эти скриншоты были сделаны, то вы получите нашу фотографию с автографами. Для полного счастья нам не хватает еще разноцветной люстры, которую мы сейчас сделаем из пластиковых стаканчиков. Это будет такой DIY. Ух ты! Вот такой первый слой у нас получается. Для того, чтобы сделать такую яркую люстру, многого не надо. Всего лишь одноразовые разноцветные стаканчики и канцелярский степлер. Ребята, видел в интернете лайфхак со свечкой. Если ее потушить, этот густой дымок, который после огонька останется, если этот дымок поджечь, то свечка снова загорится. Мы так что проверили, это реально работает. Смотрите.
Это работает. Tell me if I got it wrong, but you don't wanna be alone. Ну что, ребят, как вам наш скотчевый геодом? Не знаю, как вы, но я очень-очень доволен тем, что у нас вышло. Если мы соберем очень много лайков и комментариев под этим видео, мы продолжим расширять наш скотчевый стикуслайер. Так что ставьте пальчики вверх. Напишите в комментариях, что вам понравилось в сегодняшнем видео, что вам еще построить здесь, в нашем гараже. Подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы первыми знать о новых видео. Спасибо, ребята, за просмотр. Всем пока. Пока.